Понравился балет, очень ярко, читаемо, особенно для маленьких детей, которые уже только что знакомятся с творчеством Астрид Линдгрен и с этим произведением. Очень хорошая, красивая иллюстрация, замечательная музыка, замечательный оркестр, очень
ну, хорошие артисты, танцоры, молодцы, ребята, молодцы. Очень рады, что к нам приехали и показываете свое творчество, за то, что большое спасибо за то, что приехали и показываете. И пожелания тебе. Пожелание театру процветать, процветать, процветать. Хороших актеров, хороших, успешных гастролей, мира, счастья на земле. Очень красивые артисты, очень красивые постановки, очень интересно, завораживает, очень как-то душевно и красиво все. Вот, артистам хочу пожелать успехов, вот, верных зрителей и, наверное, больше красивых таких постановок. Ну, мы очень довольны, нам понравилось. Красивые костюмы, красивые выступления. Ребенок первый раз на балете, в восторге. Желаем вам процветания, мира, любви. Спасибо большое.